Вот так. 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 Го! Ты что прячешь? Жень, ты что прячешь от меня? Ничего. Дай телефон мне. Нет, он... Это его пахан? Вот это его пахан. Вот это. Нихуя себе. Яблоко от яблони укатилось в другой берег. Мне его нет. Я должен знать, что у тебя в телефоне. Это мы тебе его купили. Ты не имеешь права. Я имею полное право. Давай телефон. Он мой. Я мой. Ебать, малой так-то уже батю по силам нахуй перегоняет. Чё не говори. Чё, кому привет опять? Я как истинный фанат лжи требую с ним фит не ебет. Ну, блядь. Маме, пожалуй. Иди жалуйся, иди. Мам, а кому принадлежит телефон? Мне или вам? Мы тебе его купили, он твой. Но мы должны знать, что у тебя происходит. Нет, вы не имеете никакого права. Бля, ну тут видно, короче, они вообще, то есть не за популярность деньги, они чисто за идею работают, бля. Они вот это вот максимум из себя актерство выжимают чисто за идею, бля. То есть тут она как бы даже сразу показывает актрису из Америки, поняли? То есть типа, блин, вот это да, я даже не поняла, что это. Шарите? Смотри, отпускай, конечно, слышал. Несколько раз насрал, бутил, Найт, спасибо большое за 50 рублей. Он мой! Базара нет. Ты рукою помахал, я помахал, в ответ ты пошел ко мне навстречу этому. Ты рукою помахал. Лол, она плохо слушает, да я знаю, блядь. Без обид. Just ruffle. У меня перед сравнением дисклеймера, блять. Кто этот попал сюда? Это я не... Как сказать? Без негатива. Вот это кто? Это Надя? Четыре года как смотрю тебя. Спасибо, моя ус. Еще 500 раз посмотрю. Все изменилось. Что с ним... Ебать. На Мерси она крутит свой роман. Собранный чемодан. Две путевки на Бали. Ни одной фотки в Инстаграм. Прости, грязная. Все изменилось. С толстым дяди на Мерси. Че плюс 8? Че плюс 8? Я отодвигался. Держи себя в руках и понимать, тяжело стоять. Че говорят? Она крутит свой роман. Какие красивые косички. Такая красивая. Можно 20 от крашей, от крашихи. Кринж. Сам, кринж. Я не кринж, а ты кринж. Кринж. Иди знаешь куда? Кринжатина волосатая. Ух ты, блядь, осадил жутко. Запомни эти сладости. Какие сладости? Кричи в ухо, поменьше мне приз. Могут привести к болезни. Содержит яркий компонент Yellow Shade, который дает тот самый вкус, что повысит риск заболевания рака. Фруктовые желейки, в которых содержится эритрозин. А этот продукт производный от нефти. Однако в... На скамейках нельзя сидеть, потому что тебе могут залезть в жопу осы. В малых количествах они не принесут вреда. О, реклама, похуй. О, ебать. Ебать, пацан подрос, да? Что я сделал? А чё дальше, какой-то левый парень? Вот, и нифига себе. Нахуй это посмотрел? Что? Это фейк-галочка? Это фейк-галочка, меня наебали, я лох. Ультрамем. Передаю привет своему другу Диппинсу. Здравствуйте, пару слов. Упси 02. Здравствуйте, Упси 02. Скажите, пожалуйста, сказал. И нахуй пошути главный хейтер твоей новой песни. Ультрамем. А что говорят в комментариях? Понос для ушей. Кукуруза слаби. Угу. Удалите этот высер, у меня кровь из ушей. Привет, лысый глобус. Я, конечно, не хочу осуждать, но с волосами ты была круче на 4%. Ебать! То есть, прикиньте, это настолько фанат, да, то, что он не поленился вывести формулу, по которой проценты смог вывести. Кстати, Инстасамкиппинс,
Или дипстасанка. Да не. Тебе, наверное, 13-14 лет. Я, который 2010 года. Я начинаю быть такой. У тебя длинный маникюр. Выруби бит, чтобы услышать твой панический испуг. Я сделала тебя. А я твой пластический хирург. Я ничего не понял. Стой. Это как бы полубык, полуохуеть. То есть, как бы просто в одну подборку запихали Брайана, Милохина и самку. Что? И Голышеву вообще как? А ну что говорят эксперты? А может потише, блять? Брайан норм. Нафс, Али, Фейс, Брайан. Перед тем, как жать человека, прочти описание, люди не понимают рок. Ребят, это рок, был каждый человек хороший, точка, точка, точка. Описание, что это не... Бля, нихуя себе биф. Стой. Сейчас. Описание читать не умеешь? Бош, хорошей дороги, малолетка. Зачем такие рофли? Так теперь у меня поменялось мнение о тебе. Защищаться словом рофл от волны хейта. Ага, рофл должен быть смешным, а здесь ты просто им прикрываешься. Прости, но я отписываюсь от тебя. Почему ты сразу так говоришь? Хотя с отношением к мнению других сомневаюсь. Ой, аж голова заболела нахуй. Ну не заболела, так охуел, давление, помню, прыгнуло. А я их всех только в 7 лет застала. Нихуя. Что там готово у тебя? Пошел, чек, треть, общаюсь. Эвелина, бля, постараюсь. Скажи, что Вилара не агрессивная. Не очень агрессивная, бля, что не говори, очень агрессивная. Моя пусть для него все так готова. Уебать. Вот опять же, ради идеи, видите? Сразу понятно. Ахахаха. Ноль. А, мужчина топ. Сколько по правде зарабатывают лайкеры? Да ну нахуй, лайкеры зарабатывают. Сколько ты зарабатываешь? 150 тысяч. Ну, последний раз я сняла со своего счета вроде 262... Чего, блядь, тугриков? $1000. А, да? Долларов, блядь. Когда ты пел, пахнешь, ты был круче на 4%, без обид, каждый человек хороший. А куда 4% делись, блин? Сука, обидно. 4% целых потерял от крутости. Приветик, можешь передать, пожалуйста, Камиле Каролине? Привет, Камиле Каролине. Дед, ты разобрал свою иск? Да, вот там она. Просто нужно на темном фоне ее вывесить, чтобы она не висела, как просто лампочка. Чё, блядь? Чё, блядь? Как вы зарабатываете, по правде? 5 миллионов. А ты? Я. Да, 5 миллионов. 100 тысяч. Как думаете, сколько зарабатываю я? Пишите в комментарии. Всё, отсняла я такая. Сколько? Кто хочет актив? Рофл не смешной. Ха-ха-ха, кринж, боже мой. С таким лицом, запятая, косым, запятая, 0 рублей. Кринж. Ебать, как бы... Громче лайк просит. Она мне, яй-яй. Она мне, а потом мы с ней вместе. Яй-яй, она мне. Я видел видос, там, где чилу в ебло копытом дали. Ебать, мем прикольный, пиздец. Ну, такого врагу не пожелаешь. Она мне. Как можно заработать 10 тысяч рублей? Сканируй дата матрикс-код на мороженом или воде. И да ну нахуй! Все мои друзья уже в теме. Скачивай прямо мне сейчас. Мне еще никто не сказал. Честный знак. Бля, ничего себе. Спать ночью. Не спать до рассвета. Мем. Ебанутые выпуски. Красава. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. Красиво. Это ты красавчик. Это ты молодец.
No, no, no. Yes! Она съела весь перец! Офигеть! No. О, общаться. No. Так, I wanna join, Jason. Hello? No. Hello? Мне позвонили? Ариночка, привет. Дела нормально. Ага, ну я Ваня. Так, чё я зависла? Не, у меня все нормально. Чего это я зависла? Все нормально, все нормально. Чё, как вас зовут там? Чем... Что такое? Что такое? Ребят, новый батл запущен. Это эфир? А, блядь, да ну нахуй. No. Я думал, мне позвонили. Блядь, сори, кринжанул, бля. Вань забыла, вот инспит Россиян. Хорошо, постараюсь. Спасибо, Юлина, спасибо. Yes! Нихуя себе. Я тут с детишек угораю, видео по рофлу залью, они сразу агрятся и матом покрывают. А что такое ДП? Квай, блядь? Что такое ДП? Кому передать привет? Другу Диппинсу? Трактор в поле, дыр-дыр-дыр. Чё? ДП это ТТ. Другое приложение? Нихуя себе, зумеры отзумерились. Серьезно, что ли? А что в ДП мешает уйти? И понял? Она отвечает, потому что она шарит, что такое ДП. ДП откроют. Блять, прикиньте, нихуя себе. Диппинс по пуску. Баним, баним, срочно. Это бан. Иди к ЛЛ или Малайр, плиз, бан. Никита, включи песню. Влада А4 в Эльдорадо на всю громкость? Влада А4 в Эльдорадо на всю громкость. Хорошо, я это сделаю, пойдемте. Я вот нашла вот такую вот колонку. Давайте к ней подключаться. Я уже подключился к этой колонке. Хуизмаша, 10 миллиардов подписок уровня 1. Спасибо большое, Хуизмаша. Блин, спасибо большое тебе. Вот. Включаю песню Влада А4. Нифига, как долбит. Я даже здесь слышу, ребят. Никита, включи. Вот это да. Включи песню Влада. Блин, сразу понятно, не постановка. Крутой парень. Это мелодийный звук, прохожий твои знакомые. Это постановка. Да? Серьезно? Не ври, там не слышно. Блин, это что, постановка? Мои первые разы, мне 12. Это что вот это? Вот это что, блядь, типа? Первый раз вспотело, нахуй, еще не было, блядь, или что это? А это что? Первый... Ладно. Так, это... Первый раз поцеловалась с мальчиком в 11, первый раз поцеловалась с блондиночкой в 10. 6. Что? Вот что? Телефон. 6. Телефон. Сколько, блядь? Сердечко 10. Самолет 3, нахуй. 9 сигарет скурила уже, ебать. Кровь. Мес 8. Что? Сфотографировала персик в 7, сфотографировала ки... О, блядь, нихуя себе! Чего, блядь? Чего, блядь? У меня одно было нормальное детство, когда все лазали по деревьям, звонили в звонок и убегали, гуляли и редко сидели. Пишет из Данон, типа в 11 лет говорит все это. Что вот это значит? Меня заставили.
Кто ты такая? Я хочу с тобой дружить. Ага, если считать логично, то я корейка. Чё, блядь? 8? Ну, когда я хожу в туалет, у меня не только чудо коричневое, но и чё-то красное. Я в ахуе, я в трихуе. Красная жидкая в большом количестве, маленькая и жидкая. Да, а что это? Возможно, месячный. Ты маме об этом говорила? Да. А она что, что сказала? Как месячный? Мне же 8. Сказала, что 8 не бывает. Ты пользуешься прок? Они начинаются с 8-18 лет. И что было дальше? Вы пошли к гинекологу? Нет. Понятно. Нет. Я стала сидеть в телефоне, а мама спать. Сможешь на зарядке со мной поговорить? Проси у мамы прокладки, скажи на всякий случай, а то вдруг и правда. Хейт, тут что-то долго на часть. В смысле, нет, я очень... Ро, пишу. Да просто 3-5 минут не отвечал, пишу. 8 бывает, поверь. Если вес 45+, то может. Это называется раннее созревание. Это понос. Жигер жарылакбабе, бля, пишет. Жигер жарылакакбе. Жарылгабе. Это понос. Блять, спасибо, все, закрываем ветку. Привет, ты очень классно снимаешь. Приглашаю тебя в наш хаус. Если ты согласна, то ответь на этот комментарий. У меня было в 4 года. Я до 6 лет матерился. Потом... Хуй знает, блин. Я в ахуе, я в 3 хуя, я в 5 хуя. Возвращаем старые тренды. Малыш Пи, я самый маленький. Ебать, у них буква И под запретом, что ли, блядь? Бро, дай прокатиться. Да, мистер, мне. Спасибо, брат. Давай. Пожалуйста. Бро, дай прокатиться. Я думал, он тут на сальто пошел, честно сказать. Бро, дай прокатиться. Да, мистер, мне. Вот здесь, с этого момента. Не, ну ладно, пацан с чувством юмора, красавчик, бля, чего не говори. Передача, может, передашь. Ты дашь привет, удачного просмотра. Когда ему 9-11? Когда 12-13? О, да, 12-13! Как можно заработать 10 тысяч рублей? Как? Сканирую дата Матрикс код на мороженое. Сканировать? И участвую в розыгрыше. А, все розыгрыши. Я уже в теме. Скачивай. Мне друзья не говорили. Честный знак. Блин, понятно. Ты такая красивая, тебе, наверное, лет 20-30. А? А вот это, короче, интересно, кстати говоря, вот это интересно. Это чел, наш сверстник в целом, плюс-минус, да, ну, под нас подровнять можно, но. Это, поняли, чел, который не в ту дорожку пошел, когда вот был мюзикли Иквай, да? Он пошел не в мюзикли, остался там ТикТок и зазумился, поняли? А он пошел в Квай и остался, и в лайк перекочевал. Вот так вот. И типа он шарит за эти рофлы. То есть он шарит вот это за маленький пи, там где буква И заблокирована, блядь, за вот этих Милан. Вот он там шарит. А за вот это все не шарит. Для него мы никто, нахуй, еще. Всем хай, да, мне всегда так говорят. Это я на косплее.
Пацаны, а чего вы такие грустные стоите? Лавочку вчера покрасили. Так она же вчера высохла. Не сиди на лавочке, а то тебе залезут в жопу клещи. Люди, которые сидят тут, не порвут. Десять тысяч комментариев. Говорит чел Сников Дел Инсайт. Что? Я там вот так чел держит, блять, походу. Привет, механик, привет. Сколько стоит мой лук? Кофта 1000, майка 700, штаны 1000, только 2700. Что? Удобно за 250 тысяч, я типа на бабки попал, блядь, что ли? Или что? Это как сфоткались, а потом бабки просто, что ли? О, привет. Что происходит, бля, я не понимаю. Пополнение счета третьего лица может привести к краже. Я попал на бабки, бля. Что за хуйня? Ну где? Это похоже на огромную коробку? А вот это что за хуйня? Особо. Вот это кубик льда, бля, как он? Мама, я в эфире, Ваня. Господи. Мы сейчас посмотрим, кто ты, блядь. Я уже устал. Деловой, блядь, человек, нахуй. Ящики, да? Ну ладно, блядь. Морские. Не куришь и не паришь, равно молчать, щенок. Ебать. Чебурек. Ха-ха, мне 9, как курить? Вы относитесь к девушкам, которые вот так вот выглядят с татуировкой? Ну, сильно. Что именно? Ну, сильно много. Есть еще вот такие? Ну, сильно. А так? Сильно, сильно. А если молодой человек вот так выглядит? Ну, тоже сильно. Тоже too much. А у вас есть татуировки? Нет. А эта штука очень тяжелая? Не, она легкая, на да? самом деле. Да? Че последний? Нихуя он вылетел. Что мне запрещают делать? Все, вот это последний. Миллионеры. Общаться с простыми людьми. О, братишка, бля. Зарабатывать меньше миллиона рублей. Запрещают тратить в месяц меньше миллиона рублей. Так. Давать деньги бедным. Блядь, да серьезно? Что мне запрещают делать? Сняли? Дали подержать деньги. Все, последний. Пса за что? Опа. Когда понял, что поймал букет, блядь, всего, что есть в мире, нахуй. Блядь, как классно. Все, мега последний. Но просимся без обид. Я просто перейду в пятый класс. Матика. Все, вот это ультра последний. Она мне. Яй-яй. Она мне. Ебать тут, конечно. А потом мы с ней вместе. Все.
Вот это? Вот это прям ультра-мега последний. Ну нахуй. И все, унесло в хуй пойми куда. Все, 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 мега. Вот сейчас. Вот это точно. Какое шло в пятый класс? Такой иду в шестой. Спасибо, блять. 15 минут ждал, чтобы показали полсекунды, ползета секунды, нахуй. Плиз. Окей, гай.